Все вокруг кажется странно знакомым. Thank you.
лесного вора, значит, возможность поживиться. Нужно быть осторожней. Вот и награда за терпение. Защищайте меня! Примите, как
Что-то стряслось? Я ранен!
ты. Ну как, доверишься мне? Что у тебя есть? Ищешь что? Что ж...
уйдешь! Воздвигну памятник из твоих костей! Как твои мертвецы! Я вернусь снова! И еще раз! И еще! Пока не верну себе свое! Да что ты знаешь о мертвых? Не все, что я делаю ради войны! Даня явно не сидел сложа руки. Напомню ему о нашем уговоре. Вижу, тебе сопутствует успех, мертвец. Дурф тебя явно больше не потревожит. Ха, я велел швырнуть его в лаву. Он, конечно, вернется, но путь назад ему не понравится. Кстати, о путях. Ты обещал помочь мне в странствиях, когда вернешь себе плавильню. Разве? То говорил прежний я. Жалкий одиночка в осыпающемся доме. Но Дани мертвец, глава плавильни Хели, мастер канатов, не дает никаких обещаний. Такой вор мне пригодился. Тебе пригодилось быть честно. Дай мне хоть одну причину не швырять тебя в лаву.
Я же должен был убедиться, что это ты, а не какая-нибудь самозваная рожа. Поверь, здесь хватает подлецов. Мне некогда марать о тебе руки. Исполни уговор или клянусь бородой Дурина. Да, конечно. В знак раскаяния я вдвое увеличу смены и урежу плату работникам. В этом нет необходимости. Знаю, но так они поймут, что я не размяк. Слышу рога. Тишина. Дверг сдержал свое слово. Постой-ка! Молот бей! Обходи эту мразь! И снова угощение. Выйдет ли теперь, как в прошлый раз? Что же мне выбрать? Клянусь чреслами, сколько во мне сил!
Что ж там стряслось? О, что-то стряслось? В чем дело? Ugh!
Ищешь, что купить? Что ж, давай приступим к делу. Черви же!
меча!
А ты не... Нет, нет, ты меня за кого-то принимаешь. У меня немало родни. Ясно. Похоже, у вас тут семейное дело, и ты тоже им занят. Ого! У меня здесь все по-честному. Давай же приступим к делу. Тупица! За мной! Сюда! Ах!
слышать меня! Ищешь, что купить? Что ж, давай... Ищешь штуку. Что ж. Мне очень жаль, Хьяльмгуннар. Если бы норны не связали мне руки, обещанная победа была бы твоей. Плевать я хотел на то, что тебе жаль! Я лишился жизни и своих земель! И ты разделишь мою участь! Thank you.
Thank you.
Чини мосты, не чини, все равно рушится. Не сердись, но в твоих трудах явно нет смысла. Такова жизнь среди мертвых. Те же длани, что требуют чинить мосты, питают силу, которая их разрушает. И чьи же это длани? Длани Нидхёга. Безумные друиды, колдуны и жрецы, что служат хозяину этих тлетворных островов. Нидхёг? Я знаю, кто это. Мерзость этого существа вошла в легенды. Он здесь правит? Да. Он сосет сок из корней Игдрасиля, пока длани собирают живых и мертвых для его трапез. А кто в ответе за гниль, из-за которой рушатся мосты? Если уничтожить ее источник, пройти здесь станет легче, так? Источник гнили сам Нидхёг. Но ты замедлишь ее, устранив его длани. Начни с моего хозяина. Это темный друид в жутких одеждах, что охотится здесь на чужаков. Воздух здесь странно дрожит. Так бывает, когда йотуны пускают в ход свои мороки. Надеюсь, дроид меня не заметит. Дроид, о котором говорил Трэл.
Я сумею распорядиться этим лучше, чем слуги Хель. Твою лавку нелегко найти. Покупателей, верно, немного. Я пыталась скрыть ее от волков. Правда, не слишком удачно. Но у тех путников, кому не хватит ума найти меня, вряд ли есть стоящий товар. Пожалуй, тут ты права. Ну, конечно, права. Так ты будешь что-нибудь покупать? Давай посмотрим на твои товары.
Ха-ха-ха.